Всем привет, это видеоверсия сайта военноедело.ком. Очередной американский беспилотник провел разведку у границ России. По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, американский стратегический беспилотник провел очередную разведку вблизи российского Крыма. Об этом сообщает РИА Новости Крым. Сообщается, что разведчик RQ-4A Global Hawk взлетел с авиабазы НАТО на Сицилии. Аппарат вошел в воздушное пространство Украины, провел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе и взял курс на Крым. Максимальное приближение беспилотного летательного аппарата к берегу Крыма составило 33 километра. Вдоль черноморских границ России аппарат летал около 6 часов. Отмечается, что с начала 2020 года американские беспилотники уже 7 раз вылетали для мониторинга территорий около российского Крыма. Помимо беспилотников, в небе рядом с полуостровом замечали и американские самолеты радиоэлектронной разведки, например, противолодочные патрульные P-8A «Посейдон». На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.